Кино на ТВ Рус. Садись, подвезу. Надолго к нам? Можете навсегда. А вы замужем? Вдова я. Меня Будулай зовут. Вот обоснуюсь, приглашу к себе в гости, или вы меня пригласите, ведь наше дело холостое. Слезай. Какие новости? А то, что цыган на хуторе объявился, это тебе не новость? Здравствуйте. Сейчас стоишь без толку, а? Помог, что ли? А можно? Если сможешь. Ванька твой все время у него, все время с ним. Чему этот цыган может научить? Он ей приглянулся, вот она и взъелась. Слушай, что ты не сказал, что мать душит, а? Она у меня всю жизнь цыган боится. Почему вы всегда меня за три версты обходите? Ты же не скажешь никому, не скажешь, ты же никому не скажешь. Давай рассказывай. Как русская женщина родила девочку, а потом нашли мальчика. Или забыла? Нет, цыган, я ничего не забыла, я все помню. Да ты все знаешь сам. Клара Лучко и Михай Волонтир в фильме «Цыган» в пятницу на ТВ Рус.